Зайки, ну-ка улыбнитесь. Это семья Овсянниковых. Совсем недавно Валентина и Олег прошли обучение в школе приемных родителей. Это обязательное условие для желающих усыновить ребенка. Ну, в первую очередь, это, конечно, подбор новых ресурсных семей. Идет знакомство, первичная диагностика кандидатов. Затем непосредственно обучение кандидатов в школе приемных родителей. На всем периоде идет комплексное сопровождение. То есть в какие-то периоды, если идет конфликтная какая-то ситуация или кризисная, всегда на помощь придут специалисты. На выходе кандидаты получают свидетельство о прохождении данной школы. Психологическая подготовка, оценка своих материальных возможностей и создание необходимых для ребенка условий – вот что входит в программу обучения. Занятия проходят в игровой форме. Будущие приемные папы и мамы делятся опытом и работают со специалистами. За месяц они буквально заново учатся быть родителями. Изначально у нас было желание, значит, принять в семью детей – и ни одного ребенка. В опеке, естественно, нам выдали пакет документов. Первое, что сказали, обязательное необходимое условие – это пройти школу приемных родителей. Желательно, конечно, чтобы это прошли все. Не только те, кто хотят взять детей под опеку или усыновить. То есть это будет очень познавательно для всех, мне кажется. Пары 5 детей. Все они взрослые. И хотя в семье уже воспитывается одна приемная дочь, Валентина и Олег решили взять на попечение еще 4 братьев и сестер. Это вот дети, которые очень нуждаются именно в любви, потому что даже взрослому человеку необходимо, чтобы он был кому-то нужен. А дети тем более должны быть кому-то нужны для того, чтобы полноценно развиваться. Нужно, чтобы у самого человека, желающего помочь, была душа спокойная, потому что, чтобы делиться, нужно быть счастливым. Дарья Белева, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ.